Сегодня в Министерстве сельского хозяйства области прошло заседание общественного совета. На нем садоводы, огородники, а также представители министерства обсуждали развитие агропромышленного комплекса. Но самые бурные диалоги были вокруг проекта закона Саратовской области о государственной поддержке садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории Саратовской области. Дело в том, что принять документы надо в короткие сроки. Действовать он должен начать уже в следующем году. Но сейчас в бюджете региона не заложены денежные средства на это. В апреле пытались, как бы сказать, на общественном совете ряд направлений просто обсудить для того, чтобы приступить уже к исполнению программы. Но вот резко отрицательный, как бы, был изучен опыт, где эти программы уже действуют. Это Ульяновск, Самара, Волгоград, ближайшие еще у нас регионы. Где-то это грантовая поддержка, есть программа устойчивого развития сельских территорий, работает это в плане водоснабжения, там газоснабжения. Сейчас в регионе 2643 садовых товариществ. По всем ним необходимо сделать дорожную карту. Нужно сделать мониторинг, где есть, где отсутствуют подъездные дороги, вода, газ. Региону необходима целевая программа поддержки садоводческих товариществ. Татарстан, например, 550 миллионов дает. В 2018 году на это дело. Это у нас ни копейки. Но я понимаю. Но тем не менее, надо положение истины-то знать. Мы не можем свою силу, вот ассоциация, охватить всех. Поэтому это должна делать структура, которая будет поручена в этом законе. Сами дачники сегодня пошутили, что их проблема перезрела, и решать ее нужно в ближайшие сроки. Количество дачников, садоводов, огородников у нас в стране резко уменьшилось. Их сейчас осталось всего лишь 60 миллионов, а раньше было на 10 миллионов больше. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов, 24.